1 июня – это не только начало лета, солнца, каникул и прогулок. В этот день отмечают Международный день защиты детей и проводят развлекательные мероприятия для всей семьи. Один из таких праздников около кинотеатра «Искра» организовали сотрудники Дворца культуры «Видное». На сцене юные таланты пели и танцевали. Большой концерт, где выступает порядка 350 детей. Это коллективы нашего города. Мы устраиваем этот большой праздник так, как устраивали бы для своих детей, потому что, как известно, чужих детей не бывает. Фестиваль рисунков провели всеми любимые персонажи из мультфильма «Фиксики» – Нолик и Симка. Детям они дали задание нарисовать рисунок разноцветными мелками на тему семьи или экологии. Полина Гороско посвятила свой рисунок защите природы. Я хочу описать то, что о природе надо как-то заботиться и защищать ее, имеется в виду в этом, чтобы ее как-то не рвали, не портили, что-то такое, не пачкали ее как-то либо, и не мусорили в этом смысле. Когда дети счастливы, то и родители спокойны. Весело, дети радуются. А что еще нужно 1 июня? Для детей как бы все хорошо. Вот видите, рисуют все. Положительное отношение. Ребенок с удовольствием сюда ходит отдыхать. Ну а сегодня праздник, поэтому мы здесь. Многие родители тоже решили вспомнить свое детство и активно стали участвовать в конкурсе. Мы с мамой рисовали этот рисунок красивый. Что ты изобразил? Я изобразил природу, что должна она быть чистой. Детский праздник, посвященный Дню защиты детей, устраивают уже не первый год подряд. Поэтому дети уже сами просятся на это развлекательное мероприятие. Здорово, ребенок сразу сюда. Мама, пойдем скорее на праздник. Схватила мелок, начала рисовать. Здорово, что такие мероприятия устраиваются. Ни один юный художник не ушел без подарка. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, «Видное ТВ».